Это просчет следствия и прокуратуры. Сенатор от Приморского края Светлана Горячева призвала проверить Следственный комитет после оправдательного приговора приморских партизан. Сегодня суд, я напомню, оправдал 5 членов банды по эпизоду об убийстве 4 человек. Присяжные сочли их вину в этом недоказанной. И двоих осужденных освободили прямо в зале суда. Это Алексей Никитин и Вадим Ковтун. Еще троих подсудимых, Александра Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, оставили под стражей. Они отбывают наказание по другим эпизодам дела, по которым их вина доказана. При этом в прокуратуре Приморья хотят обжаловать решение в Верховном суде. Приморские партизаны, я напомню, стали известны в 2009 году после серии убийств, грабежей и налетов на отделение милиции на Дальнем Востоке. Группировку ликвидировали только спустя год при задержании два участника банды покончили с собой.